Наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам! Главный арбитр этого матча – Петр Двуреченский. Ну что ж, друзья, начался второй четвертьфинал Кубка Колыванова. И вот первый удар, и вот первый гол! Забивают чертановцы в соперниках у них страги, но московское дерби, дерби Москомспорта. Ну и этот мяч забивает Алексей Ананьев. Ну что, на первых минутах уже чертановцы забивают ворота Максима Монина, очень приличного вратаря Строгино, который на самом-то деле здесь пропускает по большим праздникам. А вчера Строгино вообще впервые в истории 0-0 сыграл. Но это Ананьев получает свой второй шанс и забивает вновь 2-0 в пользу Чертанова. Компания «Диаспорт» помогает развитию детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия «Чертаново». «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и назвав кодовое слово «Чертаново», вы получите хорошую скидку. Павел Полях будет подавать этот угловой. Покатил назад, интересный удар должен быть, и... Козлов на спокойствии. И выбивает мяч вперед. И вот Ананьев. Выход 1-1. Ананьев. Гол! Гол! 3-0 в пользу Чертанова. Хет-трик. Второй на этом турнире. Хет-трик. И первый на счету Алексея Ананьева. Находясь за пределами штрафной площади, и тогда без желтой обошлось, а вот сейчас, пожалуйста, Монин, горчишник, получает от Петра Двуреченского и штрафной. Поцеловал мяч, все как следует, на. А это Даниил Васильев, ну такой он, да, он уже футболист. Даниил Васильев будет бить по стенке, 4 человека, удар! О-хо-хо! Да, реагирует Монин, но там Алексей Ананьев! Пятый мяч! Ничего себе! Четвертый сегодня, пятый на турнире, я имею в виду. И он догоняет лучших бомбардиров Галюту и Сидельникова. И много всего другого. Поэтому мы вынуждены отказаться от регулярных интервью. Но в последний день турнира мы надеемся, да, что в прямом эфире мы будем с тренерами команд подводить итоги. Как это будет выглядеть технически, да, мы решим. Ну а пока еще момент, и свой мяч забивает Даниил Рыбаков. 5-0. Ну что, Рыбаков тоже пятый мяч на турнире. И сейчас он, у него есть еще порядка 10 минут в этом матче. Он будет стараться выйти на первое, на чистое первое место в споре бомбардиров. Тут команда Строгино, похоже, подустала. Ой, там столкновение неприятное. Хотя все в порядке, да? Казалось, что Рыбаков пошел до конца, но он пошел именно в мяч. И вратаря Монина не атаковал. Выбивает мяч Максим в центр поля, на этот раз точно. Но тут сзади подкрадывается Поляков, отбирает мяч. И на этом все. Чертанова в полуфинале турнира. Наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам!